Выставка молодых художников всегда вызывает особый интерес. Это предчувствие будущего. В каком направлении движется искусство? Какие картины сегодня пишут молодые авторы? И, конечно же, какие таланты появляются на нашей дивногорской земле? Оглянитесь, сколько сегодня гостей собралось в нашем зале. И этому действительно есть замечательный повод. Мы открываем вторую персональную выставку Олеси Сергеевны Горбачевой, члена Творческого союза художников России, выпускницы Дивногорской детской художественной школы имени Евгения Александровича Шепелевича и Красноярского художественного училища имени Василия Ивановича Суликова. Олеся – участник губернаторского пленэра в поселке Шушинская 2012 года, а также лауреат первой степени второго международного конкурса «Душа Родины. Родные души» в городе Санкт-Петербурге. Олеся – активный и смелый участник городских коллективных художественных выставок. Более 2 лет работает в частных и государственных галереях Китайской Народной Республики. Уважаемые гости, аплодисменты автору. Сегодняшнего дня, почему? Потому что, вы знаете, действительно, настолько еще молодой человек, но вторая выставка персональная. Ну, здесь я вижу, большинство художников стоит, и учащихся школы, и те, кто уже закончил нашу самую лучшую школу, наверное, в России, как я всегда говорю. Есть чем гордиться, 3-й школа наша признавалась лучшей школой городской Красноярского края, мы этим гордимся. Этого никто еще не достигал такого почета, как наша художественная школа. И, конечно, необыкновенно радостно и приятно, когда есть такие замечательные выпускники, те, которые, по сути дела, прославляют наш город, и те новые творческие силы, удивительные, совершенно новый взгляд на то, что происходит вокруг нас, именно отражено вот в этих вот полотнах. Очень приятно. Потому что вот у нас мы гордимся тоже, у нас 12 членов Союза художников России. Все завидуют Дивногорску, что ни в одном городе Красноярского края, да, пожалуй, редко найдешь, когда город вообще в России имеет такое почетное, да, сообщество. И очень приятно, что именно вот еще наша молодежь растет, и вот такие замечательные работы мы сегодня видим. Я подходила к преподавателям и говорю, ну что, гордитесь, да. Вот Сергей Внемович говорит, я пришел поучиться у своей ученицы. Это говорит мастер какой, но очень скупо-скупо всегда Сергей Владимирович. Я говорю, ну скажу хоть что-нибудь такое. Такой вот он у нас строгий человек. И другие отзываются, просто они еще, наверное, много скажут. Я там музыкант, я, конечно, не могу того видеть, что видит художник. Вот, как профессиональный взгляд, очень талантливая тоже выпускница нашей школы, Суриковского училища, обязательно, вот есть пример, замечательный, дальше двигаться надо, и тебе вот так вот, представляешь, сколько, какая гордость у мамы, да, которая тоже не так давно открывала вот в этом зале персональную выставку. Наталья Вениаминовна, я вас поздравляю. Это действительно огромная большая радость, когда вот такие успехи у наших детей. Поэтому это ваш тоже праздник. Большой праздник. Я всех нас поздравляю. И я думаю, все хорошо, конечно, поддержать Олесю. Они пожелают ей много-много еще новых творческих успехов и уже больших других залов. Вот не только в Красноярске, но и в России. Удачи! Вот это вот потому что, как бы, я думаю, что многие выразить хотят свои впечатления, свои эмоции. Музей очень рад, что среди нашей такой гвардии более солидной, более возрастной появляются молодые звездочки, молодые имена. Не один год Олеся нас радовать, не только нас, международные выставки устраивает. На это есть большой потенциал, видя по работам, наблюдая твой рост, в общем-то, достаточно быстрый, хороший, и избавляет темпа. И
грамоту от нашего музея, директора лично. Желаем тебе творческих успехов и дальнейшее сотрудничество, надеемся, будет продолжаться. Давайте. Я очень рада, что вы пришли. Я так вас всех рада видеть. Это мои коллеги, мои ученики, мои друзья, художники. Вот. И то, что вы пришли на эту выставку, вообще как бы я очень сильно волнуюсь. Ну это понятно, да, то, что я, наверное, испытываю, наверное, больше эмоций, волнений, радости, чем, может быть, и Олеся. Вот. Но это вот небольшая выставка этюдов, она все-таки как такой глоток воздуха. Потому что, ну что такое этюд, да? Ну я не буду это рассказывать, все знают, все, вот. Но это когда художник остается наедине с самим собой, с природой. Вот. И время написания этюда где-то длится полтора часа, ну, и если требует это состояние, 20 минут. То есть я это говорю к чему, что этюд – это прежде всего лицо художника. Вот. Но картина, то есть сейчас, вот, к сожалению, на выставках мы видим мало этюдов. А вот когда идешь, это очень плохо. Не знаю, ну как-то принято на выставку представить картину. В картине много там чего намешано, вот, но прежде всего хочу сказать, что картина – это такой определенный напряженный труд художника. Там виден этот труд. Я не могу сказать, что этюд – это не труд. Это труд, и я знаю, что это такое, но этюд – это, не знаю, это свобода. Это такая радость вот этого первого впечатления, которое получает художник на пленэре. Вот, то есть этюд, еще раз повторю, это лицо художника такое без масок. Поэтому, Олесенька, я настолько тобой горжусь, меня вот переполняет просто такие чувства. И да, вот этот вот творческий зуд, который у нас называется «Хочу на этюды», чтобы никогда он тебя не кончался. Вот, поэтому я люблю тебя, горжусь тобой. Я сегодня слышу вторая персональная выставка этюдов. Это здорово, когда художник молодой старается как можно больше увидеть, как можно больше путешествовать, остановить время, которое его окружает, вот, и это потом показать зрителям. Но этюды, как раньше, я не знаю, как сейчас, раньше было принято считать, но как бы это щепки, когда рубят дрова. То есть это подготовка к тому, что вот-вот-вот и этюд может перерасти в картину. Не обязательно жанровый там, но он должен выйти в формат и осмысленный быть. Уже переосмыслен и выдан на ход. Вот вчера буквально открылась выставка молодых художников. Всероссийская выставка. Много выставочных зал. Прекрасный выставочный зал. Он называется «Енисей». Это на Дубровинска, там за речным вокзалом, много я. И вот я бы как раз хотел, чтобы хотя бы одна какая-то небольшая работа была бы там. Вот это был бы уже успех. Это шаг вперед, это шаг в будущее. Можно делать 20-50 выставок персональных, как вы их называете. Вообще это выставка отчетная. Первый я сказал, выразил благодарность господину Кузакову. Мы давно пристали, друзья. Если у вас хотели у меня на даче, на творчество, на опыт, на обих, еще это, например, я глаз. Я еще хочу.